7 лет назад в нашем обиходе появилось непривычное слово «толока», во многом заменившее собой традиционный термин «субботник». Впрочем, суть этих акций осталась прежней. Тысячи людей собираются вместе, чтобы общими усилиями совершить требующую внимания работу. Но это уже далеко не только уборка и ремонт. Хотя и проводится традиционно в первую субботу мая. Так, в 2013 году активными жителями нашей страны было организовано 1522 толоки при участии более 40 тысяч человек. Можно мусор убирать, можно деревья сажать, можно помогать одиноким людям, не только одиноким. Можно благоустраивать территорию, можно что-то построить, что-то снести. Примеров масса, возможностей массы на сайте tnr.ee перечислены все категории, которые сейчас существуют. В этом году у нас акцент на молодежи, на участии молодежи в Дне полезных дел. Мы хотим, чтобы молодежь больше созидала, больше радовала себя и окружающих. По мнению организаторов, ценность Дня полезных дел заключается в очень простых, но жизненно важных вещах. Толоки позволяют людям выразить свою добрую волю, потребность в заботе и сотрудничестве. Толоки «сделаем» вселяют в людей веру, что каждый может стать источником перемен. Именно эта убежденность совместно с умением заметить рядом с собой проблему и приложить усилия для ее решения является в современном разобщенном мире большой ценностью, которая, к сожалению, утрачена. Поэтому толоки стали даже существенной частью эстонского экспорта. По нашему примеру, многие страны также проводят подобные дни. На сайте tnr.ee собрана отличная информация, исчерпывающая о том, как правильно организовать полезное дело, что для этого надо, что под этим подразумевается, кому обращаться. И, может быть, одно из самых главных – это то, что все организаторы полезных дел получат стартовые наборы, стартовые пакеты, куда входят перчатки, аптечка, шоколад, немножко чая, ну и так далее. Это, конечно, не сможет помочь в проведении очень большого мероприятия, но душу организатора полезных дел обязательно погреет. На интернет-странице tmiara.ee отныне можно регистрировать свои полезные мероприятия или толоки, а с 14 апреля, когда их будет уже немало, все желающие смогут выбрать дело по душе и зарегистрироваться на него уже в качестве участника. 2014 год объявлен в Эстонии годом движения, и организаторы Дня полезных дел призывают сосредоточить силы на создании и благоустройстве троп здоровья и спортивных сооружений. К тому же нынешний год является еще и годом Финского залива, и потому больше внимания можно обратить на прибрежные толоки, полезные мероприятия на островах и в портах. Напомним еще раз, что День полезных дел состоится в этом году 3 мая. Дмитрий Кукушкин, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.